Сегодня мы будем выбирать открытку «Магнит», которая будет отличным подарком на любой праздник, которая будет долгое время греть душу вашим друзьям и близким. Что нам для этого понадобится, кроме картона и клея? Так, ну это, естественно, всякий декор. Это ленточки, бусинки, цветочки. И если открытка для любимого, близкого человека, может быть, это какие-то памятные лоскуточки от вашего платья с первого свидания. Потому что фишка нашей открытки, что это именно душевная открытка, именно для определенного человека. Ты будешь делать заднюю часть для открытки, а я тем временем займусь заготовкой сердечка, которое будет украшать нашу открытку. Поехали! Я считаю, что фетр – это такой теплый материал, как теплая пальтишка, которая греет вас. Так и наше сердечко будет греть каждый раз, когда его обладатель будет смотреть на открытку. Так, теперь даю моему помощнику все это вырезать. Вот ножницы. А я займусь непосредственной рамкой для открытки. Для рамки мы будем использовать тоже вот такой, это мой поясок от кофты, вязаный. И так как открытка у нас будет для бабушки, ей это тоже все очень близко, вязаное, потому что она вяжет носочки. И вот такая будет у нас теплая, уютная рамка из вязаного поясочка. Настя, что сейчас будем делать? Так, смотри, сейчас мы уже приступим непосредственно к декорации и к исправлению некоторых у нас неточностей, которые выявляются в процессе. Возьмем вот такие уже заранее приготовленные цветочки и приклеим вот тут их по краям, вот в таком порядке, в очередном. А я займусь тем, что у меня есть вот такой бантик, и так как у нас открытка любимой бабушки, на одной стороне у нас будет слово «любимой», на второй – «бабушки». Это мы сделаем тоже из картона. Настя, а что мы еще можем использовать для декорации, кроме наших цветочков? Что угодно, это уже ваша фантазия. Бусинки, либо это какие-то тоже, может быть, памятные вещи, может быть, какой-то памятный ключик. Это зависит тут уже от того, кому открытка будет и на какой праздник. Берем сердечко. Я думаю, вот здесь будет гармоничнее смотреться. Вот так. И приклеиваем две надписи «любимой», а на другой стороне бантика бабушки. Так, пожелание мы написали. Теперь клеим непосредственно сам магнит. Приклеим его посерединке, чтобы открытка держалась точно вся со всех сторон. Последний штрих. Давай приклеим. Да. Приклеиваем задник. И вот так будет выглядеть сама открытка. Наша открытка готова. Прямо сейчас мы ее прикрепим на холодильник. Оригинальный подарок своими руками сегодня делали Татьяна Рябова, Анастасия, за кадром был Илья Заречный.